Уважаемые налогоплательщики, в связи с передачей регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регистрационный, единый регистрационный центр МРИ-39, наша инспекция МРИ-29 уведомляет вас о том, что вы можете сдать документы на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в нашу инспекцию, то есть МРИ ФНС номер 29. Также вы можете сдать в нашу инспекцию запросы из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выписке справки об отсутствии запрашиваемой информации. Запросы на копии из учредительных документов вам необходимо будет сдать в Единый регистрационный центр, так как мы уже регистрационные дела всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей передали. Значит, если вы, хотите получить лично документы, вам, на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вы должны обратиться в 39-ю инспекцию. Или по просьбе заявителей вы имеете право получить по почте документы. Теперь, я хочу обратить внимание кредиторов и пенсионного фонда соцстраха. Все, заявления о том, что юридические лица недействующие или ликвидированы там, вы должны обращаться тоже в регистрационный центр, так как в связи с передачей регистрации. Хочу напомнить тем налогоплательщикам, которые до сих пор еще не уплатили имущественные налоги, то есть налог на транспорт, налог на землю и налог на имущество. 1 ноября у нас истек срок уплаты этих налогов. С 1 ноября у нас уже начисляются пени. Уже материалы готовятся в мировые судьи и передаются судебным приставам. Пожалуйста, налогоплательщики, уважаемые, заплатите налоги.